что ж, друзья, добрый день. Работы на пасеке идут своим чередом. Единственное, есть одно но. Забыл я обработать семьи от клеща. И обработать, к сожалению, не могу в связи с тем, что не купил препаратов никаких. Ни полосок, ничего другого. И вот сейчас буду делать, пользоваться дедовским способом. Использовать хрен. Пробовать, точнее, использовать. Вообще пишут везде, что его сушат, добавляют в дымарь. Таким образом окуривают. Но я попробую сделать чуть-чуть иначе. У нас закорм в зиму идет. Пчелки берут. Я попробую положить хрен таким вот образом сверху. Откроем. Специально помыл, почистил поддончик. Посмотрим вечером, каков будет эффект от этого способа. Так, ну что ж, прошло даже больше, чем сутки. Хрен уже подсох, пчелки его подгрызли. То есть, в принципе, по идее, то, что доктор прописал, все идет по плану. Осталось посмотреть теперь на результат. Ну, я бы не сказал, что результат хороший. Клещ, конечно, присутствует, но, честно говоря, он тут опилки, потому что хрена не грызу. Честно говоря, результатом я недоволен. Придется ехать в город и покупать полоски. Это не то, что я ожидал. Так, друзья, поставил я полоски от клеща. Я сейчас покажу реально, то, что действительно способ с хреном не работает. И, кстати, ставил сюда еще сироп с перцем красным. Тоже эффекта нет. И вот сейчас покажу, какой результат от полосок. Вот смотрите, что творится. Просто тихий ужас. Хорошо, что все-таки съездил в город, купил полоски, поставил. И вот. Вот такие вот дела. Так что народные способы. Перец, хрен. Я бы не стал относить к разряду действенных препаратов.